Всем привет, дорогие друзья! С вами Залил, и мы с вами продолжаем играть в Uncharted 4. Как вы помните, в предыдущей серии мы с вами нашли могилу этого пирата. Вот, так сказать, подземный путь открылся для нас. И вот мы нашли именно подсказку такую, где, возможно, лежит сокровище. А может быть, еще одна подсказка. Точно я не знаю. Около, в общем, крестов. Отлично. И там еще пещера. Конечно, думал, что сокровище может быть здесь, но это было бы слишком легко. Да, это было бы очень легко. Возможно, даже еще и нету там сокровищ. Тогда я просто офигею. Но у меня такое предчувствие, что и там не будет. Да. Тоже легко. Так, что у нас здесь? Вот сюда. Тихо, тихо, тихо. Да как я? Ну ладно. В принципе, какая разница, да? Так, даже быстрее получилось. Нам надо... Где же эта пещера-то, а? Прямо под тот крест. Вот куда вел нас Эвери. Ну? Не будем расстраивать Эвери. Так, давайте не будем. Как вы там? Слушай, Салли, мы идем по следу, но сокровище ближе к собору, чем мы думали. Вот ведь. Что мне сделать? Просто не глуши пока мотор. Мы надолго не задержимся. Понял. Держите связь. Ладно. Так, все потрендели. Можно и сокровище забирать. Вперед. У-ху! Ну, конечно же, я не допрыгнул. Впереди или, патруль. Или, я или... их слышу. А, нет. Нормально. Я начинаю нервничать. Уж ты-то должен ценить время отдыха. Никто из нас не хочет второго. Все. Вот и нет патруля. Ого, обойма как... Вы видели? От этих так просто не уйти. Ой, да, блин. И чем ближе мы к собору, тем больше их будет. Да, это точно. Так, 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 так. Вот маленькая какая-то пещерка. Опа, сокровище. Ух ты! Нет, погодите. Так, понятно, тут еще не записаны пока записи, ну ладно. Это похоже на шкатулку музыкальную. Очень-очень сильно. Эй, золотую причем. Ладно, иду. О, нет, только не это. Так, давай сюда, я тебя подсажу. Вот так. О, черт, я слишком высоко. Я бы сказал, это капец, как высоко. Сейчас, погоди. Я жду. Гляну, что там за деревянная штука. Какая? Ты где? Эй, что-то нашел. И вот так? Тяжелая сволочь. А ты что делаешь-то? Помогаю тебе. А-а-а. Забраться. Эта штука даже тебя выдержит. А, спасибо. Блять, зачем же я это сделал? Ой. Ты же не думаешь, что это строили монахи? Да нет. Какая-то система блоков. Типа для подъема сокровища? Для подъема? Как я ее пропустил? Да, нам суждено было найти ее вместе. Как романтично. Для подъема сокровища? Охренеть. Так, что-то мне... Вы серьезно? Нет, я боюсь там разбиться. Другого пути-то и нет. Что, серьезно, идем туда? Давай туда пойдем. Я не знаю. Или все-таки не надо? Нет, чувак, по-моему, не надо. Я уже тут всего боюсь. Так, 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 так. Что-то я
Загружен уже, не пойму. Нам постоянно говорят... Да, блядь, опять блядский динамит. Нет, это глупо туда. Хотя... Куда он все смотрит, я не могу понять. Ну давай уже прыгнем туда, в принципе. Сука. Так нормально он выжил. Водичка, плав. Ты же не думаешь, что это строили монахи? Да нет, какая-то система блоков. Типа для подъема сокровища? Для подъема? Как я ее пропустил? Да, нам суждено было найти ее вместе. Как романтично. Так, романтично. Погодите, как мы ее будем использовать, мне интересно. Твою дивизию, а? Семен Семенович. Господи, как можно быть таким мудилем? Честно, я не знаю. Это максимум. Так, я, в принципе, вижу, куда нам. У-ху! Можно забраться! Я сейчас! Да, это действительно очень-очень ловко и продумано. Водичку хотел поплавать зачем-то, вообще непонятно зачем. Для чего? Это все. Так. Сюда! Ладно, наверное, плохая была идея! Ой! Это капец! Если бы это было в реальности, тут бы... Адреналин просто скакал какие. Обалдеть! Побереги силы. Это еще не конец. Ну, веди. Так, я пока не знаю, куда дальше-то. Блин, Брателло, куда нам идти-то? Ой, не надо такие штуки вытворять. Да, смотрите сюда все-таки. Вроде держит. Не пожалею. Ого! Тихо! Тут немного пожалел, я уже... Вообще, какой нехороший утес, а. У тебя талант все ломать. Особенно скалы. Ну да. Ладно, поехали. Ой, блин, еще какие-то лезть. Оу! Чувава! Да! Как я и сказал? Да. Ладно, держи. Посмотри. Ой, блин. Да, это семейный у нас. Может быть. Как до тебя не доберутся. Ой, как он чётенько всё-таки там. Так, куда мне? А, ты уже? Рук не чувствую. Похоже, совсем растерял форму в Панаме. Блин, да, что ты ворчишь и ворчишь? Максимум потеряешь пару пальцев. Держись! Пару пальцев. Да как ты меня обогнал-то? Давай-ка. Что бы ты без меня делал? Так, кресты есть. С горячим какао.
Тебе что, 5 лет? А ты бы отказался от горячего какао? Ну, то есть... Нет. Вот именно. Так, а пещерка-то где-то там. Да, вон она. Эй, взгляни-ка. Почти на месте. Вдоль уступа пути нет. Давай подальше от края. Неплохо. Неплохо, да? Блин. Что делать-то будем? Неплохо. Думать надо, куда идти. А, во. Слава богу, знаем, куда идти. Ага. Сейчас мы 100% наемничков каких-нибудь встретим. Так, динамита у них больше нет. С одной стороны, это просто офигенно. Ху-ху-ху, папуасика. Все? Так, все чисто. Надеюсь, с ними покончено. Да. Я тоже надеюсь. Ага. Как интересно. Ну, так, стоять. Там папуасы какие-то. Бочка. Так. Чё я думаю? Надо вниз. Что-то ниже не получается, да, больше? Ладно, это какая-то фигня. Ну, смотрите, сколько тут этих. Ну, что это бред? Вообще сюда надо. Осторожней. После взрыва тут все может рухнуть. Кто проводит раскопки с динамитом? Наемники. Хотя уж Рейв-то должен соображать. Сэм, помоги мне. Что если... Фига себе, тоннель палка. Держится только на этой штуке? Тогда извиняюсь. Да, несущая может оказаться. Ой-ой-ой-ой. Все просто. Да, повезло. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Так, если мы туда пойдем, вон скал. Ага. Угу. Все легко. Так. Эй, только аккуратнее здесь. Да, тут они могут обвалиться так-то. Ой, блин. Только аккуратно. Ой-ой-ой. Все хорошо. Хорошо. Брат, а ты как? О! Ни хрена ты! Это что было? Не, ну я... Я не знал, что у моего брата такие спецспособности супер... Как он называется-то? Так, читать. Водяное колесо с тем подъемником... Что, пиратов? Замаскировали все.
Смотрите-ка. Действительно, пираты молодцы, постарались. Эй, буря крепчает, как вы там? Мы заходим в пещеру. Пещеру? Да, связь может пропасть ненадолго. Не волнуйся. Ладно, короче, я жду вас на готове. Ладно, до связи. Получилось. Ничего себе крюк. Посмотрим, что оставил нам Эвери. Да. Наемники ведь были прямо у входа в пещеру. Да, но мы пришли сюда первыми. Идем. Сюда. Хорошо, что я легко позвал. Жуткие статуи Дисмоса есть. Ступени есть. Судя по всему, мы в логове пиратов. Так. Это что? О. Дверь? Похоже на то. Блин. Иди сюда. Ой. Посмотри. Ой, осторожнее, осторожнее, так можно и лишиться Склизко. Руки. Там ручка или типа того. Ну, так давай, потяни. Что? А вдруг ловушка? Ты уже взялся, что? Что может случиться-то? Ну, я могу остаться без руки. Заведешь стильный крюк. Тяни давай. Стильный крюк. Ладно, поехали. Охренеть! Вот так? Привет, привет. Интересный декор. Тех, кто достоин, рай ожидает. Тот, кто здесь лишний, горе познает. Да уж, пират из Эвери вышел лучше, чем поэт. Это не Эвери. В смысле? Вот. Род-Айлендский пират. Томас Тью. Но это не может быть он. То есть, знак-то его, но Тью погиб, атакуя ту же флотилию, что и Эвери. Ну, это официальная версия. Если это правда, знак Тью, то он-то связан со всем этим каким боком. Вот это хороший вопрос. Угу. Только достойные называются. Как думаешь, кто эти парни? Те, кого признали здесь лишним. Думаю, Эвери и Тью пытаются нас напугать. Так, ну-ка еще раз. Хорошо, что мы профессионалы. Да, читать. Уж. Водяное кольцо, знак Тью, что он забыл в Шотландии. Тех, кто ждет. Тот, кто здесь лишний, горе познает. Черт, я надеюсь, мы не лишние. Не, мы не лишние, не-не-не, по классике. Черт, ну это, вот согласитесь, завораживает вообще ужасно. Вот это все. Как и все остальные. Вроде держат, вперед. Охренеть. Это называется «вроде держат»? Он туда уже не пошел. Так, куда идти-то? Да ползти-то. Явно строили не по правилам. По правилам. По пиратским правилам. Неплохо. Типа, для пиратов нет правил. Хотя не, у них кодекс есть. Что-то я боюсь, мы тут захлебнемся. Так. Ой, извините, попасики. Так, идем дальше. Это мы оттуда пришли. Блин, да где же сокровище? Опа! Ну-ка, это сокровище? Сука! Обратно пойдем другим путем. Ну, мы хотя бы в яму не упали. Да, я не ожидал этого. Чего-то не ожидал. Очень продумано. Твою мать!
Вы поняли, для нас испытания создали. Ах вы маленькие грязные пиратики, а? Че вы тут? Ой, бля. Аккуратно. Ну-ка, попробую. Вынуть руку. Ух ты. Это такой хитрый тест или испытание? Да. И этот вот не прошел. А мы пройдем. А что за тест-то? Ну-ка, что надо сделать? Внизу что-то виднеется. Тут ведро. Ха. Ладно. И чего? Теперь если там что? Была бы вода, то... Наполни. Так, ну ладно. Да, если бы там была вода, она уж давно-давно, давным испарилась. Бочонки. Поставлю его в большое колесо. Ну смотрите, тут же есть свет. Как же это не нашли-то? Что-то ничего не понимаю. Бред. Посмотрим, для чего колеса. Ага. Так, я вроде понял, что к чему. Так, давайте посмотрим. В крестах? Да. Перед нами Иисус, благоразумный Дисмос и злой вор Гестас. А, видимо, белый крест — это Дисмос. Ага. Черный — это Гестас. Так. Благоразумный. Так, ладно. Хорошо. Так, 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 так. Ага, открывается еще один. А. Так. Угу. Ну вот. А, неправильно. Так, это вот как был... Не-н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 е. Он же должен быть в середине, вот как. Так, вот середина. Вот этот знак. Так, ну все. Смотрите, в чем прикол? Вот так. Что вот так-то? Сэм, Дисмос был слева от Иисуса. Это если смотреть спереди или сзади? Спереди. Неправильно кое-что сделал. Я-то мудель. Полный. Все понял. Папуасики. Так, смотрите. Значит так. Уберем еще раз. Так. Крест здесь-то. Так. Вернем. Смотри, что-то сдвинулось, когда ты поставил ведро. Ага, вижу. Двери проведем. Так, тогда ведро должно быть наверху. Так, это я знаю. Так, нет. Это мы должны тут трогать. Блин. Ведерко вот здесь, так. Ведро теперь здесь. Отлично. Теперь осталось только. Это все? Потяни рычаг. Нет, погодите. Понятно, неправильно. Не, тянуть рычаг я точно не буду. Так, ну-ка, сейчас должно сработать, папуасы. Ну-ка, смотрим. Вроде все верно. Так, ну, вроде проверим. Все верно. Проверим. Рычаг ты будешь тянуть? Блин, ну это капец, мне кажется. Да.
Смотрите-ка, получилось. Привет. У нас. Кажется, получилось. Видишь, не будет из меня сегодня шашлык. Не будет. Испытание, значит. А что именно соискатель должен уметь-то? Воду таскать? Соискатель должен знать о святом Дисмосе, о котором команда Эйна так, была явно такое? Наслышана. Кого было совать туда руку? Может, будет еще одна? Типа мокрая кошка, или как бы глаз какой-то, либо мозг. Прикольно. Забавно, забавно. О-о-о. Это я люблю. О, осторожнее. Это я попуасики люблю. Ходить кругами-то по 2-3 часа. Ты ж самое лучшее. Вот лучше загадок этих реально побольше бы сделали. Так. Вот здесь нам не зайти. Пройти. А вот иди здесь сюда, вот можно. Я подсажу. Иду. Ладно, видимо, нужно подняться к рухнувшему мосту. Так, опять он нас не смог. А, не, погодите, сможет. Ты прав. Поищем путь наверх. Так, ну. Братишка, ну. Давай за тобой. Ну это круто, что ты ведешь меня. А не туда нам? Нет? Они что, нарочно все усложняют? Думаю, было бы проще, если бы мосты и переходы не развалились. Мы опоздали на пару сотен лет. Посмотрим, что там. Ага, во как. А может, специально тут все рушили так? Тогда бы еще больше бы разрушилось, правда. Эй, потолок низкий, береги. Ай! Да, ладно. Ах, вы маленькие девки. Точно. Сюда. А может, нам сюда? Тут виден свет. Ах, катакомбы. Ну, логично. Мы же под собором. Так. Смотрите, какая штука, наверное, дорогая. Два подсвечника. Так, что там? Казалось, что-то есть. Так. Ага. О, вот эта музыка моя любимая. Такой свист. Тун-дун. Ой, что такое? Так, эй, стой, стой. Что? Слушай. А у Келли нашли что-нибудь? Ничего, кроме всяких разных надгробий. У трапезной закончили? Так точно, мэм. С северо-запада все раскопали. А что по южной стороне? Еще нет. Туда кран целый день перетаскивать. Надин? Так тащите. И гляньте, что можно без крана сделать. Да, сейчас отправлю туда людей. Хорошо. Рейв, что там с манускриптами? Давай наедине. Держите в курсе. Да, мэм. Слышал? Под собором пристройка закрытой зоны. Ну да. Ты их видела? Нет. А что? После твоих молодцов там камня на камне не осталось. Они слегка злоупотребили динамитом. Да, как стадо слонов в посудной лавке. Но за два дня добились больших успехов, чем мы за месяцы. Успехов? Что мне толку от щебня? Ладно. Ладно. Спасибо. Они будут ставить тебя в известность, прежде чем взрывать.
Лучше пусть отойдут в сторонку и дадут мне осмотреть то, что еще не взорвали. Нет, мы больше не можем сидеть и ждать. Ты уж извини, Надин, но у меня в таких делах все-таки опыта побольше. Мы уже делали, по-твоему. Хватит. Ты с первого дня мечтала тут все взорвать. Нет, я предлагала украсть этот крест задолго до аукциона. Того аукциона, на который я не смогла привести своих людей. Я хотел честно купить его, так проще. Но я послушала не свое чутье, а тебя. И теперь у нас есть конкурент. Я не думал, что он явится. Или хотел его выманить. Да на кой черт мне это надо? Думаешь, он тебе нужен? Может, ты прав. Главное, чистая игра мне надоела. Если сокровище здесь, мы его найдем. А если нет, значит, пора идти дальше. Эй. Ничего личного. Конечно. Я сообщу, если что найдем. Давай, пока они сокровища не взорвали. Или целоваться не начали. Стой. Думаешь, она права? По поводу? Что Рейв хочет тебя выманить. Главное, чтобы врасплох не застал. Давайте покричим туда, ребят, папуасы. Ху-ху-ху! Вот так вот, как дядя может покричать. Интересно, кажется, о какой пристройке шла речь? Наверное, боковая комната. Кроме нас тут никого. Так, боковая комната. Что у нас тут? Вот тут, может, сокровища лежат, а мы, как мудили, ходим вокруг да около. Ну-ка. Что это такое? Options. Оловянная музыкальная шкатулка, певчая птичка. А тут... Овенная шкатулка. Блин, какие-то одни шкатулки у нас. Интересные. Какие. Так, 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 так. А, вон куда идти. Пойдемте. Блять, динамит! Сука. Да сколько же можно-то? Кидать его, как папуас какой-то. Так. Ящик, который сбросит нам, скорее всего, наш братишка. Так, тут высоко, не запрыгнешь, если у тебя нет батута. Да. Во дворе остался. Жаль. У тебя что, есть батут? Мечты. Так, ну слушай, надо это... Надо как-то обойти это, что ли? Ну-ка, что там? А, все понял. Все понял, папуасики. Да сука, опять динамит ебучий кидаю! Блять! Не, ну я точно мудиль. Капец. Да я все путаю, ребят, клавиши, поэтому не серчайте на меня слишком так сильно, мои дорогие. Так, разгон. Да сука. Так, все. Есть. Браток с нами. Я думал, он это сделает. Оказывается, мы должны это делать. Ну-ка, секундочку. Ничего нет? Нет, ничего нет. Блин, и че? А если бы этого ящика не было, если бы он прогнил? Или вот сейчас он бы разрушился, раз и все. Благодарю вас. Что там, кстати, в этом ящике? Ничего, пусто. Проверил его. Так неинтересно, если когда все пусто. Господи. Они все. Мы явно подходим ближе к собору. Должен сказать, тут все лучше продумано, чем я предполагал. О, да. Наверняка много лет строили. Была не была.
Ага. Хорошо, что ты не тяжелее ящика. Все, залез. Тут можно зацепиться. Зайдет. Не хочешь цепляться-то? Так, ну держи. Пасик. Ну, блин, отойди, что ли. Фу. Кому нужны мосты? Ну, не знаю. Мосты вообще штука хорошая. А, как он сюда попадает, я вообще не понимаю. Телепортируется, так, засранец. Здесь не пройти. И как нам выбраться? Сюда. Ты не ссы, если что, у меня динамит есть. Поэтому взорвем что-нибудь. Ты посмотри. Если б тут все не развалилось, мы бы попали в ловушку. Оглянись, Нейт. Подстава. Тут было второе испытание. Но все обрушилось в океан. Ну что, значит, испытаем себя в умении перебраться на ту сторону. Ха, прикиньте, да? Испытание. Кто-то лежит. Так, ну-ка дай сюда. О, что это? Так, да будет всем известно, что я Томас Говард, капитан неустрашимый, легковерный дурак. Все началось с распятия, и таинственное послание от моего старого товарища, сулящие райские куши. Поначалу я отнесся к этим с подозрением, но мысль о том, что я буду весь остаток своей жизни мучиться, думая о том, чусь бы, если бы я согласился, эта мысль была невыносима. К тому же нельзя просто так проигнорить письмо от короля пиратов. Я выжил на пустынных берегах Мадагаскара, пережил нападение острова. А, но это мне не пережить. Нога моя сломана, люди мои люди трусы, которые боятся даже заглянуть в эти пещеры. Не слышат моих криков о помощи. Кто мог представить, что все мои свершения закончатся здесь, вдали от дома, где я умру столь бесславной смертью. Именем Господа я проклинаю тебя, Генри Эфери, и пусть мой призрак преследует тебя до самой твоей смерти. Вот так вот. Ну что, пойдем. Офигеть, ну прикиньте, вот все разрушилось. Типа попытаемся. А почему все обрушилось? Ну, поехали. Ого! Качели, вы прикиньте. Так, качелями-то. Стой, стой, ничего не выйдет, ты слишком низко. Что делать тогда? Я опущу, давай. Ха, вышло! Вот так! Так, ну качели, конечно, это супер, но... Ну, а как же я? Сейчас, дай только оглядеться. Ладно. Дай только оглянеться. Оглядеться. Оглянеться. Так... Они то узнали. Какое красноречие. Ну как? Да, секунду. Да, я нашел, как опустить качели. Отлично. Так, ну ладно. Он тяжелее меня. Я в этом не уверен. Да, да. Порядок. Хорошо полетали. Ну, о, черт. Ой! Блин. Спасибо. Испытание.
испытание пройдено. Охренеть. Пиратскую ловушку. А я уже хочу поскорее все закончить. Давай. Так, ну тут 100% какие-нибудь ступеньки есть, активирующие ловушки. Ну правда, зачем все эти пышные украшения? А загадки зачем? Непонятно вообще. Вообще, у меня, в принципе, есть идея жить в этой пещере, нас никуда никто не найдет. Ну, кроме второго Дрейка, конечно. Еще один крест. На этом хоть какие-то камни. Не трогай. Почему? Посмотри. Единственная ценность в этой пещере. Да. Это испытание. Жадность. Да. Или ее отсутствие. Ну, тогда... Это наверняка монеты. Мы в этом уверены? Вроде да. Вроде да, сойдет. Ладно, давай одну. Жадность, ясно. Только мне ловушка. Карта? Узнаешь форму? Мадагаскар. Смотри, тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукин сын. Он играет с нами. В смысле? Эвери, он с нами играет. Мы же на месте. И где грёбаное сокровище, а? Ладно, так, Кингсбэй, что дальше? Северный полюс? Космос? Нейт. Тех, кто достоин, рай ожидает. Он вербовал людей. Кто вербовал? Эвери вербовал людей. Вербовал для чего? Джентльмены, вы такие шумные. Пушки на пол. Медленно. Тебе еще причитается. Мало было выкинуть меня из окна. Рейв. Рейв, прием. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, Бога ради. Тогда поспеши. Кингсбэй. Да, только... Кингсбэй большой. Где искать, подскажет крест, но... Лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейфу, ждать придется долго. Извините, я не стану торговаться. Возьми распятие. Это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест Христа. Ладно, это детали. Не трогай! Хуасики! Стреляйте! Ой, грязную мавку. Так, не дальше, моя дорогая, ты пошла. Ой-ой-ой, куда бежать-то? Ай! Понял, куда? Понял. Папуасы! Блядь! Ой, пиздец. Давай, я прикрою! Иду! Капец какой-то, просто капец. Кингсбэй. Чёрт! Я жив!
Это мой шанс! Давай, давай, давай! Ой. Дай патрон сюда! Понятно, нас завалило! Что делаем? Соображаем. Так, 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 соображать-то надо быстрее! Так, все понял, как соображать. Л1. Поднимаемся и валим! Довелись! Готов! Эй, Сэм! Сука! Не убили. Мы прямо разворошили осиное гнездо. Разворошили, пнули и подожгли. Так. Давай! Ага, пойдем. Серьезно, почему не пользуешься пистолетами? Дай сюда! Да заряжай эту залупу! Пиздец. Дай, блядь, там прочистить местность, так сказать. Да что же эти патроны-то такие дерьмовые? Выбираемся отсюда, к черту! Ну, это я понял. Ладно, держитесь. Я скоро буду. В смысле, ты улетел, что ли? О, нет! Начинай. Он готов! Надо убрать его! Да, понятное дело. Динамитик. Шопу мне. Ну все, пошли дальше. Идем. Блин, да когда мы отсюда выберемся-то, а? Сколько ж можно-то, а? Снайперка. Клёво. Ну, какого лазерного? Да, да блять, что за... Пиздец, он бы нас уже миллион раз убил, если бы я не на среднем играл бы. Долго. Отлично. Так, ну снайперка прикольная, конечно, но... А патрончиков-то нет. Вот, уже есть. Как... Как нет? Что-то не понял. Так. Беги, не тормози. Нифига себе, не тормози. Нет. Ну, типа того. Да, да. Да, именно. Красиво. Ты обещал нам волшебную погоду. Не видно ни черта. Пускайся, пока не доберемся до воды.
Так, 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 как тут? Пистоль? Вы серьезно? Это же старая капец штука. Почему тут все так усложняется? Они стреляют в самолет! Живитесь, пока меня не потопили! Охренеть! Что-то надо побыстрее! Поторопиться! Как же их тут много, папуасы. Итак, ребят, на этом все. Скоро будет новая серия. С вами был Залев. До скорой встречи, дорогие друзья. Бай! Бай!